проснулся и решил, надо ехать в Краснодар, забирать близких и родных. О, в Краснодаре. Ветер здесь, дождик, а я жду. Сейчас должны на такси подъехать, потому что через весь Краснодар ехать мне трудно. Обычно Виктория подъезжает сюда, к Бобби. Ну, здесь мы еще что-то покупаем и едем домой. О, здесь вот такой торговый центр. Комплекс торговых центров. Ну, а погода, честно говоря, о, так и шепчет. Займи да выпей. Ну, жду. Вот они стоят. Ждут. Все. Включаем. Ну вот, один кадрик. Все, и едем. Давай. Все. В машине. Домой едем. Едем домой. Домой всегда лучше ехать. Конечно, особенно когда на бабке сидишь. Я не вижу себя. Вообще сказка. На бабке? Ну а как же? Выдержал испытание, да? Свозил дочь на свое этот фазенда. Как у него там домом не назовешь? Как у него второй дом или как это назвать? Санаторий. Санаторий розовых покрывал и подушек, да? Ну, едем. Сейчас, подождите-ка. Мокрое все. Сейчас вам поправлю. А то вы маленькие свинки. Сидите. Вот сюда, переходи, Жорка. Не выключай. Идите туда, Ленька. Вы смешно на голову сел. Жорка, куда ты мылишься? За руль? Стоит только мне отлучиться. Иди. Рада, садись ему на голову. Так, все. Дрожишь ты. Выключай-ка. Жорка! Подожди, сейчас. Закрывается? Ну, приехали. Привезли родственников. А Лерочек-то как рад. А Лерочек. Так, на. Жорка, ну сиди там, я возьму. Марсик. Так, иди, принимай. Так, где еще? Выходи. Рада. Закрывай дверь. А что ты боишься? Она боится, глянь, трясется. Вот твои родственники. Вот они. Вон мамка твоя. Вон дядя Масик. Вон дедушка Лирик. Вот он, твой Александр Дуг. Пойдем. Так, не выключай. Ну, домой иди. Ну, в родные пенаты. Опа, все. Все, приехали. Всем пока. Соскучилась. Нюхает свой домик. Пойдем со мной. Пойдем, колбаски тебе дам. Пойдем. Что, дома ты, дома, да? Да-да, сумочку понюхай. Все. Пошли. Пойдем, я тебе дам. Надо готовить еду. Ну, пока. Там же котик еще сидит. И котику вынесу. Где тут моя колбаска? Вот она. Сейчас.
Ты где? Сейчас, сейчас тебе дам. Подожди. Какая нетерпеливая. Ну да, всю дорогу ехала. Таксисту вырвала на этот самый, в Краснодаре, на сидушке. Он так обрадовался таксист, что Викторию высадила не там, где надо, а чуточку раньше, на 2 километра. Ну ладно, сейчас отрежу кусочек. Ну все, надо. Пойдем. Ну это тебе как исключение, конечно. На, ешь с дороги. Сейчас сварим кашки. Вон водичка пей. Давай. Виктория сразу за цветами. Проверять. Ну, а я пошел. Мне же надо еще котику дать. Там же у нас котик больной. Вот лекарство купил же. Вот. С Викторией будем теперь вдвоем лечить котейку. Так. Сейчас. Он же меня ждет, сидит там. Котик. Лирик, это не тебе. Котик, на. На-на-на-на-на-на-на-на. Все, убегай. Ешь. Сегодня, видишь, ездил за Радочкой в Краснодар утром. Некогда было тебе полечить. А тут дождик еще как раз. А я думаю, туда он ему в угол поставить. Чашечку выделю. И туда и водички наливать, и жиденько, чтоб ему. Ну, сейчас водички он-то попьет, лужи есть. Все. В общем, сколько сразу всего. Землянин, это я. Сколько всего. Так, отходи. Отходи. А то вы уже... А тут нажимаешь, и те ворота поехали, и эти ворота. В общем, бывает одновременно двое ворот открывается. Ну, жарко. Рад. Больше всего рад, конечно, Лирик. Ему так не хватает французских бульдогов. Так мало. Марсюнчику теперь есть повод подраться. Или с Лириком, или с Жориком. Вот он сейчас будет выбирать. Все, идите в сад. Гуляйте, а я пошел домой.